Второй традиционный турнир по баскетболу 3 на 3 на призы концерна прошел в Десногорске 11 августа. В соревнованиях приняли участие 9 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Смоленска, Десногорска. Большинство из них входят в топ-команд 3 на 3. Все они были разделены на две группы по 4 и 5 команд. В четвертьфиналах из борьбы за кубок выбыли две десногорские команды САЭС и Динамо Росатом, а также Кивс Альфа и армейцы с Невы. В итоге в финал пробились супермощные Playground и ЮАОН во главе с молодым талантом Агасием Танаяном. Финал выдался упорным и жестким, как и практически все матчи плей-офф. Playground добились победы и сорвали приз в 50 тысяч рублей. Немногие турниры делают так, чтобы игрокам было хорошо. Мы ездили по разным странам, Бразилия, Америка, там, Россия. Но здесь именно мы, ты чувствуешь, что играешь для людей, и люди о тебе заботятся, непосредственно организаторы. Было очень приятно. И я не жалею, что мы проехали там 300 километров и потратили на это время. И, во-первых, было очень приятно поиграть. Турнир был хороший, и, в общем, все было замечательно. Третье место взяла команда «Торпедо», обыгравшая «Гантер Тим».